Хейо, гейс, вами Шмики, мы продолжаем радиоиру под названием BioShock Infinite. Мы продолжаем изучать, так сказать, город, в который мы попали. Я так не понял немножко, они называют это место Эдемом. Нечестно? Что еще за глупости? Я порой и не знаю, кого воспитываю. Умника или дурака. Ладненько, погнали дальше изучать. Колумбия, Кремери, кафе мороженое. Лед. Электрическая коньяка. После победы у Вонда Тни, ангел Колумбия явилась отцу Комстоку и открыла ему будущее. Видение великого города. Пророк, и пророк космос... повел народ прочь от Содома подальше. А, так они сами говорят. Все выше и выше поднимались они в город, где они создали идеальный союз. Появилось чудесное дитя, Агнец, ключ к будущему нашего города. И подсказал пророк, что она из башни направит Содом под нами к праведности. Удачи там! Не так просто спланировать такой день, как сегодня. Столько всего происходит. Нельзя всюду успеть. Что-нибудь да пропустишь. Поэтому пошли на лотерею. Уверен, в этот раз она не разочарует. Лотерея, полетели. Лотерея и ярмарка. 1912... Силен с мечом, но слабоват с ключом и скрижалями. Ну, вы понимаете. Так, давайте туда попозже зайду. Я сейчас тогда сюда залечу, посмотрю, что здесь. Пока это место здесь есть. Купите бутоньерку. Мы собираем деньги для женской патриотической лиги. В другой раз. А вам бы такой букетик пришелся очень к лицу. Может, еще передумаете. Сезонные цветы композиции. Цена за букет 38 центов. У нас доллар целый, почему бы нет? Ой, в зонтике застрял. Погружается в крещальную купель. Из воды же выходит другой, рожденный заново. Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой одновременно. И только взгляд другого человека проявляет это различие. Кошелек нашел. Чарльз Уайт. Товары для дома и сада. Цветы и компактные растения. Комнатные, распустите. Блин, а можно как-то... Ладно. Так, хорошо, теперь пойдем сейчас сюда. Бакалея, бакалея. Для праздника Колумбия. Бывают ли черные цветы? Лол. Ну,
Да, вот так чудесно все выглядит, празднично. Все на доверие. Надеемся на вашу честность. Положите деньги в корзину, и да благословит вас основатели. Шоколад настоящий. Вкусный, приправы. Максимум здоровья. О, нифига тут мясо. Короче, халявный магазин, как я понял. Халявные деньги, почему бы нет? О, уменьшение здоровья, все, понял. Алкоголь. И кто она? Где, кто, что? Что ты увидел? Кого ты увидел? Кто, кто? О ком ты? Короче, ясно. О. Лжепророк хочет сбить Агнца с пути истинного. Остерегайтесь лжепророка. Лжепророк хочет сбить Агнца с пути истинного. Кто такой лжепророк? Может он? Или он? Или он? Или ты? Только наша бдительность защитит Агнца от лжепророка. Конец. Короче, неизвестно, о ком идет речь, поэтому я побежал. Вернусь через 5 минут. Уже 5 минут прошло, уже 8 минут прошло. О, они улетели. Так, фейерверки. И думай, что говоришь, не нарывайся. Ой, Джон, не надо только этого фиктомского радикализма. А то из тебя уже чувствую, героиня романа, я вышла за народника. Это чипсы. Похоже на деньги. Хочу чипсов. Да, они сказали, что она там. Вам телеграмма, сэр. А. Тут вам телеграмма. Дэвид, ТЧК. Камсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Что за... Что хочешь так? Соль, соль, соль. О, стоп. Это же те, которые мне привезли на лодке. Не знаю, я, понимаете, просто игру эту проходил где-то в 19-м году. 19-й, конец 18-го. Лол, они же нереальные? Нереальные, реальные? О, они пропали. Ладно. Доброго дня, сэр. День добрый. Здрасте. Если я скажу, что нет, допускает молнии и шпальцы. Лишь одно и то же. Кто мне поверит? Ну что, идем? Если я скажу, что некто поднимает жеребца одной рукой. Только посмотри, какая красота. И представь, раньше через нее проходили все эмигранты. Жаль, что теперь туда простых смертных не...
Ой, стоп, я могу упасть. Ни хера себе. Но я думаю, рисковать не буду. Привет, друг. Привет. Передать эти волшебные напитки вам. А ну-ка, что здесь? И что он только в ней нашел? Энергетики Марлоу, ворона-убийцы. Проверенное средство от хулиганов. И дикий мустанг. Лучший выбор. Загоните матерого волка. Ваше личное электричество. Эксклюзив от Fink Industries. Чтобы сказать вам, это не фантазии. Нет-нет, дамы и господа. Освети путь. Поцелуй дьявола. И все благодаря энергетикам, которые представляет вам сам мистер Иеремия Финк. Кто из вас уже испытал дивный дар энергетика? Один глоток, и вы способны на все. Пророк наш просил, лично просил мистера Финка передать эти волшебные напитки вам. Гипнотизер. Любого жеребца можно обуздать. Нашему, слава нашему городу! Вы гляньте, глаз народа взялся за свое. Видите этих негодяев? Если я скажу, что некто пускает молнии из пальца... Так, ладно. Кто мне поверит? Вот вы. На зависть. Если я скажу... На зависть равенство. Кажется, друзья, завидовать плохо. Потому что папа купил Джимми пачку эксклюзивных сигарет. Малая победа, единственный способ... Чё, я пропустил, я про... У меня субтитры нижние застряли. Дальше что, да. Так, друзья, завидую Джимми, потому что мой батя купил какие-то там сигареты. Малые победы. Малая победа. Единственная марка создана специально для детей. Лол. Это не фантазии. Нет-нет, дамы и господа. И все благодаря энергетикам, которые представляет вам сам мистер Иеремия Финк. Ну, кстати, сделано прикольно. Кто из вас уже испытал дивный дар? Юный сэр, юная леди, оцените силу нового энергетика, если вы хотите что-то поднять или швырнуть. Дикий мустанг, то, что вам нужно. Дураки, конечно. Даже инструментов у них не было. Глаз народа совсем разбоясался. Кто их приструнит? Эй, вы, из ружья стреляете? Хотите помочь родной? Так, давайте начнем тогда с конца. Глаз народа взялся за свое. Военная разработка Fink Industries теперь доступна всем жителям Колумбии. Железный конь. Механический жеребец. Конь будущего. Уже сегодня. Ах вы. Железным конем вы легко доберетесь до работы. Сигареты для детей, найс. Чё, как, друг? И что, я за это ничего не получу? Ладно. Вот вы! Вы готовы встать на защиту города? Очистите аэротрассу, будет вам награда! Почему бы нет? Правило, у тебя 40 секунд. Сбей народников с аэротрассы. Народников. Есть избавление. Прицельтесь как следует и подшибайте этих злыней. Наберите побольше очков и получите приз. Окей, полетели, двадцатка надо. Да, я снайпер.
Да, запросто. В смысле? Лол. Еще раз. Очистите небо. Прицельтесь как следует и посыпайте. Я понял. Давай. Наберите побольше очков и получите приз. На этот раз вообще их дохера было. Окей. Теперь наверх. Пройдем в центр и посмотрим, что там. Вы уже пробовали? Конечно нет. А я да. Лжец. Честно, чуть все стекла в доме не повышибал. Так, ладно, здесь ничего. Офицер. Хот-доги, хот-доги! Хот-доги, Александр! Голософоны! Лучшие голософоны! Слушайте голос из прошлого в настоящем! Ты еще не пробовал сегодня новые энергетики? Я обычно жду, когда фильм как испытает как следует. Как скажите что-нибудь. Голософон? Голософон? Вот! Пожалуйста, запись вашего голоса. Эй, я за это платить не буду. Просто демонстрация, сэр. Прикольно. Так, запись свой голософон. Насладитесь звуками своего собственного голоса. Лучшее качество записи звука. Спой оду Колумбии, чтобы услышать ее снова и снова. Хот-доги с красным перцем. Народные, как я, глаз народа взялся за свое. Юный сэр, юная леди, оцените силу нового энергетика. Если вы хотите что-то поднять или швырнуть, дикий мустанг, то, что вам нужно. Так. Защищайте женщину и дитя, юный сэр, поводя к дьяволу три раза. Силу нового энергетика, если вы хотите что-то поднять или швырнуть, дикий мустанг, то что вам... Уважаемый сэр, бес бросает вам вызов, попробуйте его изгнать. Так, ПКМ, да? Вот и бес номер один. Бес номер два! Ууу, да вы везунчик! В смысле? Вот и третий! У нас победитель! Держите, друг! И помните, если вам нужно что-то поднять или швырнуть, вам поможет дикий мустанг! Ну, считайте, халявный мустанг. Аэротрассы Колумбии. Вы, сэр, или вы, джентльмены, кто выступит с оружием против нечестивцев? Спасите всех и получите приз. Охота народа на глаз. Глаз народа совсем распоясался. Попади в цель и испытай свою удачу. Эй, вы, из ружья стреляете? Хотите помочь родной Колумбии? Торговый автомат. Так, дикий мустанг. Но я не вижу смысла покупать его. Да ё-моё. Эти по 3 секунд поражают цели, получайте очки, попадите и идите. Давай попробуем. Нашелся смельчак. Итак, стреляйте по народникам, наберете достаточно очков, получите приз. Если подстрелите анархистку Дейзи Фицрой, получите бонус. Великолепно! Яблочко! Осталось немного! Великолепно!
всех страшат от страха. Вон анархистка Дейзи Фитцой. Огонь! Ага, он получил бонус. Великолепно! Ты отличный стрелок! Какая потрясающая меткость! Бунтовщики разбиты. Дейзи Фитцрой мертва. Вас, сэр, ждет награда. Заметьте, что она... Я не за... Лоу, текстура найс. Давай. Нашелся смельчак. Итак, стреляйте по народникам. Наберете достаточно очков, получите приз. Если подстрелите анархистку Дейзи Фитцрой, получите бонус. Яблочко. Красота. Осталось немного. Еще один выстрел точно в цель. Вон анархистка Дейзи Фитцрой! Огонь! Оу, не получите бонуса! Бунтовщики страшат от страха! Вы отличный стрелок! Отличная игра! Вот ваш приз! Все. Идем дальше. Буквы. Только наш славный город может похвастаться столь дивными чудесами прогресса. Так, механик. Взгляните на удивительного механика. Он человек? Машина? Лишь колумбийские мастера могли создать такое чудо. Ну, если смотреть, что он так херово реагирует на фотки... Мне кажется, ему управляют. Ты видела что-нибудь подобное? Такой грустный. Грустный? А чем можно грустить, когда Дружище, ты так веселаешь? Дружище, у вас когда-нибудь съедал деньги автомат? Случалось ли, что телефон не соединял вас с любимой супругой? Пришла пора людям вернуть власть над машинами. С гипнотизером вы хозяин. Все механизмы будут в вашей власти. Дай мне такую. Они все мигом сделают. Так, стоп. Нажмите, чтобы превратить машины в союзников. А что это было? А теперь вопрос. А ничего, что как бы я брал до этого огненный? Нет? А мне мультик не показывали. А, ладно. Давайте посмотрим как раз... Нет, он человек. Четыре вкуса? Куда столько? Старая добрая ванильная уже не годится? Здравствуй, моряк. Заходи в мою гавань. Тут тихо, спокойно. Сам знаешь, о чем я. Нет, не знаю, о чем ты. О, классный эффект на руке теперь. Ой-ой-ой. Класс. Вау. Угу, шо по пингу? Мороженое — это моя слабость. Единственное. Купить билет. Извиняюсь, вся лотерея уже распродана. Проход открыт только для привилегированных граждан. Похоже, он не про меня. Окей. Вы же Баффард, член ассамблеи. И как я вас сразу не признал? Мы вам приготовили отличное место. На нашей ярмарке всегда рады достойным людям. Снова вы. Орел или решка? Эй, дайте пройти. Орел или решка? Орел. Ну вот.
Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос, в другой раз повезет. Может быть. Монеть одни орлы, заметьте. И поэтому монетки у нас орлы. О! Это же... Этот. Не этот. Этот. Не этот. Что-то знакомый. Ну не помню, ладно. Так, аптечки, аптечки, аптечки. Соли это мне нужно. Ладно, будем немного ускоряться. Вославим соловья. Ибо он защищает Агнца. Мой кумир? Леди Камсток, разумеется. Столько страданий. Где ты это достал? Эта штучка? Всему отделу такие раздали. С ними мы мигом вышибем всех бунтовщиков с аэротрасс. У вас в отряде есть места? О. Я бы какому-нибудь народнику череп-то раскроил бы. Народнику, да? Классная штука. Кстати. Вау. Так, Колумбия закрыта. Приказываю пророка. Остров монументов. Книги. Моя мать говорит, что подобное занятие не пристало леди. Но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнец скучает, я бы с радостью навестила ее. Ведь у нас много общего. С наилучшими пожеланиями, Констанция. Ясно. Он сказал хуйня, да. Вы узнаете лжепророка по печать. А, то есть у нас печать это. Однако как мы получили? Иеремия Финг приглашает тебя на лотерею 6 июня. Скоро все начнется, да? Полиция Колумбии. Нет прохода. Управление полиции. Извини, парень, здесь перекрыто. Ясно. Везение. У тебя так каждый раз. Пустые все ящики. Итак, лотерея 1912 официально началась. Мистер! Извиняюсь, платить нечем. Глупый. Участие в лотерее бесплатно. Ты что, с луны свалился?
77. 77? Это счастливый номер. Буду за тебя болеть. Неси. Нам же говорили не брать номер 77. Нам же говорили. Это не самая красивая белая девушка во всей Колумбии. Итак, побеждает номер 77. Не надо же. Номер 77 может забрать приз. Бросок. Нет, прошу вас, не надо. Это я виноват. Пожалуйста, не надо. Ну что же вы делаете? Ну так что, бросишь? Не надо. Или ты теперь тоже любишь черный кофеек? Короче, здесь расизм. О, какой застенчивый юноша нам попался. Надо что-то с этим делать. Я не расист. Получишь, сукин сын. Стоп! Это он! Так, откуда у тебя этот знак? Ты что, не знаешь, что это печать ложного пастыря? Ложный пастырь! А нам тут никакие лжепастыри не нужны. А ну вперед, парни, навались! Ну что? Держи его! Уже покажи, на что способен! О, подожди, если... Блять, уже серия закончится, мы только начали драться. Так, окей, В. Давайте ближнюю атаку я тогда переключу на другую кнопку. Ближний бой. Прицел З, здесь зумиться можно. Ну, разберусь со зумом. Я не знаю, будет ли удобно мне. Так. Ну ладно, попробуем. Да, сохранить изменения. Живее! Ну же, шевелитесь! Да. Ты хоть стрелять умеешь? А ты мне дай оружие. И посмотрим, попробуем. За ней, быстро! Я знаю, что ты сделал. Так, слушайте, короче, я думаю... Я понимаю, что самое интересное начинается. Ладно, побежали. До тихого места дойдем и тогда закончим. Сюда! Защищайте ворота! За ним! О-о-о! Ух ты, сколько у меня пуль, нифига себе. Я же говорил, Гансток, пообещай им рай, и эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего, я знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. Ну так оно вот все происходит. Я-то умею. Плюс к
Гипнотизер позволяет гипнотизировать людей, когда действие энергетики заканчивается, и жертва убивает себя. Типа улучшение, да? Давай. Теперь гипнотизер превращает машины и людей в союзников. И людей, замечу. Зажмите кнопку и отпустите, чтобы создать призрачную ловушку. Ну, прикольно. А типа он ломается, когда ничего... Этот сукин сын в парке! Зажмите его! Ого! Дайте ему уйти! Вот поэтому я, кажется, тогда и начал играть на легком уровне сложности. Лучше сразу ломать их, пока... Полетел. Чё это было? Стрелять на поражение! Да, немножко... Наведение немножко неудобное. Даже давайте немного чувствительность прибавлю. Это вот так. Ой, слишком. Короче, теперь мне нужно здоровье срочно. На правую кнопку в натуре сделаю прицел. Или... Ой, ладно. Да, мне кажется, с хпшками у меня будут проблемы. Призы. Найс, фризы. Просто 30 FPS. Вау. Так, все, больше здесь ничего такого нету. Подожди, а почему у меня минус соль? Я ведь не использовал. Ладно.
открыть ворота. Или на этом закончить. Ладно, давайте, пойдемте. Становится все жарче. Что происходит? Смерть — это награда! Сейчас начнется. Ладно, он суетник, пофиг. Поцелуй дьявола. А, один раз живем. Нажмите, чтобы бросить зажигательную гранату. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Ну, это свинки. Ух, это не пробник. Если у вас есть по целу делу, нажмите. Это я понял. Он через текстуры херячит. Синяя лента. Он может увернуться. Он на меня постоянно смотрит. Ладно, два попадания в голову — это равно взрыв. Это плохо кончится. Не такой уж ты крутой. Что значит 2А цифра? Я понял. Мана, зачем так пугать? Хотя бы поле можно пособирать. Синяя лента. Синяя лента, меню. Так, супы, жаркое, основное блюдо, овощи и все такое. Да, покинуть. Ну, в принципе, тогда, я думаю, здесь мы с вами закончим. Да? Думаю, да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.